И раз, поворотик, и два. Наш коллектив появился давно, с 2008 года мы существуем. Ансамбль наш называется «Каблучок» и студия «Шабден». Занимаются в нашем коллективе дети всех национальностей, очень многонациональный коллектив. В нашем коллективе занимается 115 детей. Если у ребенка есть какая-то закладка от природы, она обязательно откроется, раскроется это данные эти. Есть дети, которые вообще сначала ничего не могут, но если они занимаются, если систематически посещают уроки, они открываются. Те дети, которые занимаются искусством любым, он всегда отличается, вообще в толпе можно узнать того ребеночка. Они другие эти дети, у которых вот здесь сердце искусства живет. Я танцую у Ирины Владимировны с 3 лет. Мне 19 лет, и я все еще танцую у Ирины Владимировны. Первый танец был «Мышата». Это просто что-то с чем-то. Мы были очень маленькие, и сейчас, если сравнивать то, как мы танцевали раньше, как мы танцуем сейчас, ну, это прям огромная разница. Ирина Владимировна сделала огромную работу для того, чтобы сделать нас настоящими танцорами, дать нам осанку, дать нам базу. Вообще вся моя семья танцоры, мы очень любим заниматься танцами, все мои братья и сестры, мы танцоры. Вот, я люблю в основном кавказские танцы, аварские, я помню, еще рутульский был, вот, нагайский танец. Мне все танцы вообще нравятся, все хореографии, постановки у нас просто замечательные. Я, может быть, даже и строгий, но внутри я очень добрый человек. Они должны понимать, если они хотят куда-то поехать, мы должны заниматься по-настоящему. Не без того, везде и поругаешь, и пожалеешь, и все бывает. Они необычные, они любимые и... Я не знаю, я очень люблю своих детей, своих учеников. Как бы я ни занималась, что бы ни было, для меня это моя вторая жизнь. Иногда, да, не хватает времени, естественно, погулять, иногда ты хочешь этого, но ты приходишь на танцы, получаешь огромный адреналин. Для меня коллектив «Каблучок» является как вторая семья, а Ирина Владимировна как вторая мама. В Москве было тяжело взять первое место, потому что, вы сами понимаете, слово «Москва». Туда все стараются приехать, со всей России, даже из-за рубежа. Было там 20 блоков. В восьмом нашем блоке два народных ансамбля, которых наградили гран-при. Это мы и ансамбль из Екатеринбурга. Ну, тяжело, что говорить. Дети приезжают, сцену ни разу не ходили на ней, не танцевали, сцены большие. Встать, чтобы отрепетировать где-то что-то, невозможно. Вот так вот вышли и станцевали, а там уже как станцевали, так и нас оценили. Понаграждается ансамбль народно-сценического танца «Каблучок» города. Хотелось бы всех призвать, танцуйте, ребята, народные танцы, потому что это культура, жизнь наша. И каждая национальность, я думаю, должна иметь свои корни, свои традиции. И народный танец, он всегда останется народным.